Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. В наших лесах Тверской области начался сезон грибов. Кто-то ходит за белыми, кто-то за рыжиками. А я вот сходила и принесла черных груздей, чему я очень рада и довольна. Грибочки у нас еще только пошли. Вот такие вот они все маленькие, хорошенькие такие вот. Что я сделала-то? Я их, конечно, очистила от большой основной грязи, от иголок каких-то. Вот ножки подрезала, где были у меня черные. Я их не чистила, не скоблила. Вот такие вот шляпки я буду сейчас солить. Солить буду горячим способом. И покажу вам. Вот так промыла под проточной водой. Слила в воду. Они уже почти чистенькие. Смотрите, какие уже прям аж блестят. Такие замечательные грибочки. Вот, сейчас я буду их прижимать. Вот такую кастрюльку, это крышечку от кастрюльки нашла. И она вот хорошо, чтобы они не всплывали. Вот так вот держит. У кого всплывает, можно еще что-то вот так вот. Можно даже водички вот так вот. Видите, даже иголочки здесь появились. Вот так. И несколько раз воду будем менять, сливать, новую заливать. И так 3-4 дня. Грузди у меня вымачивались 4 суток. Я периодически меняла воду. Прямо из-под крана эту сливала и наливала свежей водички, холодной. Вот. Вот столько у меня получилось. Такие вот они поменяли цвет. Они уже такие, видите, как вишневые, темно-вишневые такие. Вот. Уже не черные. Вот такая вот мисочка у меня получилась. И вот здесь еще в дуршлаке я приготовила здесь листья смородины, хрена, листочки уже я тут порвала, чеснок, зубчики и вот зонтики укропа. При варке будет образовываться вот такая вот пена. Ее, конечно же, нужно снимать. Здесь могут и быть еще частички каких-то иголочек, какого-то мусора. Так что ее обязательно нужно снимать. И вот у меня получилось ровно 3 килограмма. На каждый килограмм где-то приблизительно 2 столовых ложки соли. Вот сейчас я положу 6 столовых ложек соли. Можно добавить лаврового листочка. Перец горошком. Это на ваше усмотрение, специи. Вот и сейчас от момента закипания я убавлю газ. Буду варить минут 20. Да, ложки где-то вот такие вот. Зачерпываю как положено. Как зачерпнулось, так и бросаю. Лучше пересолить, чем не досолить, чтобы они не закисли. Ну вот покипели у меня минут 20, можно 30, полчаса. И я воду эту не сливаю, не промываю, а в этой же воде буду сейчас закладывать баночки. Так как считаю, что этот отвар, он уже не горький, так как вымачивание было длительное. И все-таки все питательные вещества вышли в отвар. И мне не хотелось бы, чтобы грибы были как пустые, как тряпочки. Без всякого вкуса и запаха. Вот. Поэтому я в этом же отваре и буду хранить. В общем, вот так вот. Грибочки разложила в банки, чередуя со специями. Специи у меня. Ну, травка, вот видели сами, да? И чеснок, укроп, хрен, смородина, листочки. Вот. И вот рассол весь сюда вот вылился. Весь добавила его, правда, немного. Уложила плотно-плотно. Вот. Сверху листок хрена. Вот. Вырезала вот такие кружочки. Вот смотрите, если есть там от кофе, от этой, ну, банки, то вот можно поставить сюда. У меня вот еще вот такие сметана, вот, которые закрываются баночки. Тоже вот вырезать вот такие кружочки пластиковые по размеру.
И вот хорошо они туда вот так вот прижимают. Не надо никаких тут этих ни гнетов, ничего. Хорошо хранится в банке. Вот. Ну, может, тут большая такая -то самая. Ну, она потом уляжется. Я одной рукой неудобно придерживать. Или можно даже обрезать чуть-чуть. Ну и все. Вот я подписала, какого числа сделаны. И через дней так 40, может быть 30. Ну и через месяц. А если не терпешь, можно и пораньше. Ничего страшного не будет. Мы это рано едим, открываем. Это отварные грибы, вымоченные, ничего не будет. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Делитесь в соцсетях рецептом с друзьями. И пойдемте в лес за грибами. До встречи.